Пришла посылочка с Китая, а именно защитное стекло, а может быть и не защитное стекло, а защитная пленочка на телефон, мой смартфон Xiaomi Redmi Note 4X, уже мне 3 стекла пришло, но небольшая проблема возникала, это то, что стекла, они сравнительно толстые, но не у них дело, а в том, что чехол-бампер на телефон, когда стекло наклеено, одеваешь, он немножко края этого стекла приподнимает, чехол достаточно с бортами такими, большой чехол-бампер, поэтому они несовместимы. Стекло приподнимается, не очень плотно лежит, начинает касание об экран, когда наклеено стекло, лагать. В общем, я сейчас пользуюсь только с бампером, а 2 стекла у меня валяются без дела, а одно стекло я ради интереса взял, так как оно не используется, думаю, как оно на излом. Бух, его согнул, оно с таким грохотом, треском разломалось на мелкие куски, действительно, как стекло, но куски не рассыпались, а остались вот в этой пленке, как и выглядело само стекло в этом прямоугольнике. Ну да ладно, давайте вскроем, посмотрим, что там внутри интересного сейчас. Тут два вот этих, мягкая тряпочка, вот эта влажная, видимо, 2 салфетки. Себя ножичком почекаю немножко. Да, это универсальное стекло, но достаточно, и тут их несколько. Сейчас на паузу поставлю. Это не несколько стекол, я уже забыл все, что заказывал, и не пленка, это стекло, но оно универсальное. Видите, здесь вырез, я показываю слева, под своеобразные датчики, в том числе и фронтальную камеру, и динамики. Может быть, это стекло, почему я его взял, сейчас вспомнил, будет меньше размера, и подойдет тогда на мой смартфон. Те стекла тоже подходили, но, я уже говорил, чехол с ними не совпадал. Приподнимал стекла по краям. Потому что чехол толстый, надо очень тонкий, ультра тонкий чехол.